Сегодня мы будем разбирать новую серию «Знакомьтесь, Боб». Или поточнее, я буду теоретизировать. Прошлый выпуск теории получился таким тупым, что мне нужно сделать теперь извини. Вчера просто вышла новая серия про Боба. Давайте начнем. Видели мы там Боба ЧГКБ, который лежит в кровати больничной. И я очень обрадовался, что он жив. Потом мы видим, как диктор делает из себя такого невинного, невинного от человека. И он объясняет Бобу причины комы. И он еще говорил, что он пролежал в коме много лет и терял свою мышечную массу. Это довольно плохо. Но настоящая причина комы – это взрыв. Потом мы видим, как наш КБ встает. Видим, как к нему приходит его семья. Там мне будут дальше объяснять. Оказывается, что это была симуляция. Боб США пытается напасть на диктора, но он телепортируется. Что? Потом мы узнаем, что тот помощник диктора — это и есть Боб Флэш. Вот предатель. Он был... А Боб Флэш был одним из моих любимых Бобов перед Джеймсом Бобом и как раз таки эти КБ. Потом Боб Флэш куда-то убегает, нашего КБ куда-то уносит. Потом мы видим все Бобов из Боб Революции. Вот кроме радиоактивного. Я там что-то его не заметил. И они мертвы. Кто? Он там еще в конце стоял, Боб Флэш. И их превращают в кристаллы. Непонятно для чего. У меня два варианта. А — это их души, Б — это их воспоминания. Но мы не видели, какой кристалл у Боба Флэша. Возможно, он светло-голубой. Ой, потому что такого цвета он был в Боб Революции, когда пытался там какую-то дверь открыть. Или, возможно, какой-то другой цвет. Цвет скорости. И да, нашего Боба со шрамом носит с музыкой, которая называется Imagine Dragons Thunder. Лучший учитель английского. И да. А, ребята. Потом там Боба со шрамом носит в тюрьму, закрывается там, все дело, и серия заканчивается. Серия ответила на мало вопросов, но оставила еще больше вопросов. Что это за кристаллы? А вы... Какого бред диктор телепортируется? И что же произойдет с Бобом со шрамом? Ну ладно, ребят, на этом с вами заканчиваем данное видео. С вами был я, Стив. Всем пока!